Десногорское водохранилище круглый год привлекает к себе не только жителей нашего города, но и гостей со всех близлежащих регионов. В теплое летнее время водоем становится местом паломничества любителей поплавать и позагорать. А для детей здесь просто раздолье. Мне нравится, что тут теплая вода. Тут не нужно заходить постоянно, 1000 лет стоять. Можно сразу нырнуть, и будет тепло. Мы все помним, каким становилось побережье во время летнего выходного дня. Груды мусора, разбитые подъездные дороги, стоянки машин прямо около воды. Сейчас подъезды к воде перегородили, и спуск на берег стал недоступен. У всех отдыхающих к этому неоднозначное отношение. Одни считают, что ограничение создает неудобство для отдыха, другие отмечают, что стало заметнее чище. Ну, мусор, я вижу, люди так не оставляют, вроде убирают, особо так мусора не видно. Судя по тому, что ни мусора, ничего нету, ну, как бы нормально. Ну, вот так вот, даже ни банок, ничего же нету. Мы за собой, кстати, тоже все уберем. Гораздо чище. Машин нет. И тем не менее, отсутствие автомобилей на побережье сделало отдых более комфортным, уютным и тихим. Люди отдыхают большими компаниями, целыми семьями с детьми. Отсутствие большого количества мусора можно объяснить тем, что в руках меньше привезешь угощений, чем в багажнике машины. Похвально, когда отдыхающие знают, как нужно вести себя на отдыхе. Сами за собой это самое убрали в пакетике. Вот мусорка находится. Взяли, выкинули, вынесли все, весь мусор. Все. Это я понимаю, что так должно и быть. Тогда непонятно, откуда берутся такие кучи пищевых отходов, тары и мусора.